империя достигла наибольших размеров и вместе с вассальными и союзными государствами включала в себя почти всю Западную Европу. Через Неман Александр I узнал во время бала в городе Вильна. Всю ночь наполеоновская армия переходила по мостам, наведенным через Неман в районе Ковна и Тильзита. Июня 1812 года войска Наполеона переправились через реку Неман и вторглись в пределы России. Армия Наполеона, которую он называл Великой армией, насчитывала около 600 тысяч человек. Знаменами около 320 тысяч человек. Армия постоянно пополнялась, в том числе и народным ополчением. Боже, храни Россию! Да здравствуй, государь Александр!
с целью взятия Риги и похода на Петербург Наполеон направил корпуса маршалов Макдональда и Гудина. В сражении у деревни Клястицы русские войска одержали победу и остановили продвижение Великой армии на Петербург. Местечко Городечно, армия генерала Тормасова приостановила продвижение на восток саксонского корпуса под командованием Ринье. Наполеон был лишен возможности перебросить на московское направление войска, задействованные на юге. Несмотря на ожесточенное сопротивление русских, Наполеон дошел до Смоленска. Маршал Ней преследовал русских. Однако в сражении у Валутиной горы арьергард задержал Нея. Русская армия в полном порядке ушла в сторону Москвы. Если я возьму Киев, я схвачу Россию за ноги. Если я владею Петербургом, я возьму ее за голову. Заняв Москву, я поражу ее в сердце. Наполеон. Александр I.